Сильные дожди, прошедшие в конце минувшей недели на юго-востоке Казахстана, стали причиной природной катастрофы в небольшом городке Текели, расположенном в Алма-Атинской области в 40 километрах от города Талдыкорган. Особенности географического расположения города на горных склонах в предгорьях Джунгарского Алатау у слияния сразу трех рек Коры, Чаш и Текелинки и большое количество осадков, а за воскресенье 15 мая 2022 года там выпало 28 миллиметров осадков, привели к сходу селевого потока. По предварительным данным, длина селевого потока превысила 50-метровую отметку. Ширина достигла 25 метров, а высота слоя грязи составила 3,5 метра. В результате был полностью разрушен один частный дом, еще один затопило, но он устоял, а еще 4 придомовых двора частично затоплены грязью. Кроме того, оползень перекрыл одну из центральных улиц города. Сразу после схода селя была организована спасательная операция, в которой участвовало более 200 человек. Но, к сожалению, не обошлось без жертв. Под завалами разрушенного селем дома нашли погибшего ребенка. По информации местных властей, основной причиной схода селя считаются сильные осадки и близкое к горам расположение домов. Выше сошедшего потока проходит еще одна улица города, на которой специалисты проводят обследование всех строений и территорий во избежание повторения случившегося. И Саша Артющенко с ребятами каждый сантиметр просматривают, но пока никого не нашли.